На улице бесснежно, а в фойе театра закружились в волшебном танце снежинки. Юных запорожцев встречала сказка. Сказка подготовила для детей массу веселых заданий и онлайн-встречу с Дедом Морозом. А он сам пришел на встречу к запорожским ребятам. Маша загадала желание, и Дед Мороз исполнил его. Запорожские детишки тоже знают, какой подарок хотят на Новый год. Робота. Автомат. Ребенок хочет русалочку на Новый год. Заказать подарок Деду Морозу легко. Достаточно написать письмо и опустить его в специальный ящик в театре. Такая необычная почта в Запорожье работает 4-й год. Сказочная почта работает только в нашем театре в городе Запорожье, потому что только в наш театр приезжает самый настоящий Дед Мороз из самой Лапландии. Да, и в нашу почту дети могут нести письма, вот, адресованные Деду Морозу. А я ось перечитаю всі листи, складу список, що в першу чергу, найбільше бажань яких буде, і будемо виконувати. Празднику артисты театра подготовили для детей не только встречи с Дедом Морозом и сказочными персонажами, а и новогоднюю премьеру – сказку «Кати Горошек».